I will fix this problem так, next, because Артуром now играем, поехали. It's game time. Okay. My favorite shitty opening. Let's see what Alex will do. C4. He goes the principal так, way. Сценка с C3 получилась, только principal way of playing it. Может быть. He doesn't go for queen b3, which is surprising. Queen b3 was very strong move there. Okay, now I'm getting my position. Может быть. Now I'm getting my position at least. Can I go knight f5? Okay, castle. So should I trade here? Побьем. На e3, в принципе, хочу на f5. Okay, I think yes. Какие есть ходы? Here. В принципе, защитю просто. Okay, let's go here. And then this. Цель держаться за пешку e, чтобы он не двинул пешку f. Я же, в свою очередь, хочу, может быть, где-то сдвоить ладьи. Let's go a6 first. Ладья f4 плохой ход. Нам ладья f3 пойти, чтобы был ход удержать. Или коня можно повести. I should be faster, right? He will definitely flag me at some point. В случае. Он медленно начал ходить. То есть надо было, наверное, ему b5 пойти, чтобы я коня не двинул. Во всяком случае, мне так кажется. Пойду b4. Была теперь возможность поставить коня. У него имеется вариант. Как слон f8, так и конь d8. I'm moving too slowly right now. It's too slow. Пойду ферзь f2, то конь. Need to be speedy. Можно так построить. Он тогда уберет куда-нибудь коня и залезет шахом. Я ладья g3, он, например, ферзь h6. I don't like my position. Так, что еще я могу сделать? I have something like ладно, this. Нападу пока, я пойду g3. Okay, he puts pressure here. Вообще на конь d8 я могу и e4 пойти дальше. Или конь c5. О, конь c5 шикарно. Мне нравится. Oh, here. Так, а что на взятие? Он же не может бить тут. 6, I take, knight c5. На взятие я бью ладью просто. Ah, I just blundered, right? I thought I can take on e3, I forgot that my rook is hanging. Я же хочу ладья f3 вернуться просто. Ну, ладья e7, даже слон e6, я думаю, выигрывает. Но я сыграю попроще. Or wait. If I take, he takes. I go rook f8. Rook f7. Так еще. Yeah, GG. Rematch. Okay, I need to strike back with white.